Мародера. Мародера. Сколько мародеров? Три мародера. Против ни одного. А, нет, против одного. Убежал. А почему убежал? Кто-то не убегает бок. Дает спокойно посидеть в позиции для подосал. Пришлось выбраться и погибнуть. Выбраться и погибнуть. Ночь, ночь, погибнуть. Резвый какой молодой человек. Не спросясь, не страсти, не пожалуйста, не спасибо. Сразу окружают, стреляют со всех сторон. О. Француз назойливая. Бяка. Шила в попе. Все так и норовят угробить. Паразиты. Паразитальные зиты. Параноидальные. И этот еще елозит. Что ты там елозишь, придурок? Ну ладно. Не будем нервничать и спокойно во всем разберемся. Т-34. Теперь он елозит. Чё ты елозишь, придурок? Ужас. Это ему разработчики посоветовали. Елозить. Контуженный. Так. Вот этот еще тот тип будет сейчас выжидать, пока его союзников будут мордовать фейсом об тейбл, он будет что-то ждать, чтобы потом угробить сразу двух. Получить героя битвы или типа того. Гадкий молодой человек. Что ему мешало зайти в сад и выстрелить? Нет, он дождался, пока перегробят его союзников. Фу, какой. Фу. Ну ладно. Люди несовершенны. Люди подлые. Иногда. Мародёр. 14 000 всё-таки заработал. 946 урон. Нанёс. Конечно, это не лучший результат, но... Рудники и встречный бой.
И куда? Куда? Удалились. Коллега, мародер. Мы его не видим. Не пробил, не пробил. Вот, как он нас... Я все равно понятно, как он нас разглядел с акустиком. Чертовы эти системы у них. Это тоже нас слева, который у водоема не мог нас видеть из-за камня. В общем, тут какая-то система со света сделана жопорукими грифеями, рукожопами. Как их много там всех. Все ломанулись. Все. И этот еще отвлекает сзади. Паразит. Навязался на нашу голову. Не пробил, естественно. Хетцер. Судя по силуэту. Это надо додуматься, красным шрифтом писать. Какой идиот придумал вообще красный шрифт? Его ни хрена не видно вообще, что написано. Придурки. Так, что тут у нас еще есть? Обязаны проиграть этот бой. И скорее всего так и будет. Потому что мы молодцы. Если обязаны проиграть, то проиграем. А выиграть каждый может. Да, хана нам. Хана нам. Со всех сторон обложили гады. А у него фугасница. Фугасница, супротив, не фугасница. Победила. Молодость. А мы его почти взяли. Почти взяли. Какая там к черту помощь? Наше суровое время. Какая помощь? Вот нас контроль оттуда. Помощь ему нужна. Не, мы продули. А может... А, это мы вроде бы сведем к ничьей. Ничьей сведем. Сведем. Все-таки двух угробили.
Уже хорошо. Дух. Дух, 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 дух. Ля-ля-ля. Два кого один. И мандатер. А он за камешком стоит. Вот так вот. Мимо, то есть не мимо, а рикошет. Или не пробитие. Или то и другое. Он паразит. Почему он нас стреляет? Сволочь. Как он нас может видеть? Если мы за кустиком, мы такие маленькие стоим. Сволочи какие все-таки, а? Не было такого World of Tanks раньше, давным-давно. До эпохи исторического материализма. Видите, видите, мы не используем, никогда никаких плюшек. Потому что это не спортивно. Вот мы бы могли вылечиться, ля-ля-ля. Но нет. Мы не такие. Пусть всякие засранцы лечатся. Пусть лечатся, пусть на допинге сидят. А мы не такие. А молодцы. А они подлецы. Те, кто платят за победу. Подлецы. 12:26. 12:26. Вот оно. 26. Так. Встречный бой. Эша. Вон. Включаем эту штучку. Получилось. Это тоже кто-то. Панцы 4D, наверное. Чего они у меня все время попадаются? 4D. Я вообще не ездил никогда на 4D. 4D. Ну, только на панцире. На каком панцире? На 4. 4. О, коллега мордодер. Мордодерище. Мордацы. Ой, кто-то ко мне приближается нехороший. Справа, двое. Это был Т-25. Золотой младенец. Золотой младенец. Т-25. Бемионный танк. О-о-о. А это американский тяжелый танк. Т-1 Хэви. Верхотурщик. Бунк. А там какой подлец какой. Спрятался. Здесь на повторе можно вокруг посмотреть. Но недолго. И
Потом что-то Канада в землю упирается. В общем, никуда. Поэтому уже Т-34 какая-нибудь. А, нет, А-20. А, нет, Т-34, наверное. Или А-20. Или Т-34. Т-34. Ну, вот. Был. И весь вышел. А-20 маленький. Маленький, четвертого уровня. Избиение младенцев. Так. Что у нас тут? Два танка. 880 ущерба. 16 000. С хвостиком. 22,58. Ага, это мы не смотрели. Теперь это посмотрим. Это посмотрим и разойдемся. Так. Что тут у нас? Тут у нас леопардик, французик маленький. Почему-то его называют ёлка. Не ёлка, а сковородка. Мартер. Мартадёр. Матильда. Каладин. Опять панцирь 4D. Наверное, потому что его перевели. В коллекционный его перевели, и все будут на нем кататься. Кому не лень. Кто успел его купить и оставить, оставить в ангаре. До того, как ушли на обновление 5. А, отложили со всех сторон. Но ничего, нас без хрена не сожрешь! Та-та-та-та-та-та-та! Мы героически отступаем на заранее подготовленные позиции. То есть драпаем за короля. Опу. Опу подставляем под выстрелы. Это мы нехорошо, конечно, делаем. Но он какой симпатичный. Этот как его. Снеговичок. Старичок и лесовичок. Тик-тик-тик-тик. Это сау, это советская. Это советская Су-85. Выпендрился. Выпендрёвич. Выпендровский. Выпендрян. Так. Ну, поедем, наверное. Пора уже погибать. Вот, провоцирует нас. Подлец. Ну, чего ты этим добился? Елозиным. Не люблю я вот это вот елозиным. Это все извращенцы придумали. Разрабы рекомендуют.
Вот вы это самое, елось-те. Провоцируете на выстрел, а потом смело. Ужас. Искакиваете, радостно всех расстреливаете. Тьфу. Да чего это не по-мужски все, не по-мужски. Не по-офицерски, не по-рыцарски. Все вот это вот выстрелить и спрятаться. И вот это вот ёрзать, ёрзать. Чего они ёрзают? Тьфу. И вот эти вот Counter-Strike. Это же вообще идиотизм. Как они подпрыгивают. Подпрыгивающий спецназ против подпрыгивающих террористов. Дурдом. Точно дурдом. Видите, что творим? Это называется карусель. Это тоже разрабы придумали. Подлость такую. Закручивают несчастных. Это САУ. Противотанковых, самоходных, артиллерийских установок. Сами ходят и все. Бум. Не пробил. Угол не тот. Так, спрятались. И опять. Оп, не пробил. Это он танкует. Это башня. Играет от башни. Потому что все остальное картонное. Поэтому от башни. Ну, что так наехать, понимаете, бух. Это он не может. Потому что стесняется. А стесняется он, потому что... Потому. Мы здесь погибнем. И... Ничего это вроде бы сведется все. Все сведется к ничьей. Чего мы туда поперли? Мы думали, что он один остался. Мы думали, что он один остался. Это у нас Эксельсиор. Это, наверное, золотой младенец. Временный танк, наверное, Эксельсиор этот. Вы, сволочь, не пробить никуда. Вот, подлец какой-то нас подбил. Как? КВ-1 это, подлец. Почему я его не вижу, а он меня видит? Загадка природы. Не подсвечивает Эксельсиор. А это КВ-1, может, вообще там где-то в кустиках спрятался. Все. А это никуда не полез, второй наш. Панцирь четвертый. Хладнокровно посидел в кустиках. Отсиделся, и результаты ничья. А так бы он, конечно, мог подстрелить КВ-1, но Эксельсиор вряд ли. Вряд ли. Одиннадцать тысяч. А может, и подстрелил бы. Ладно, ничья тоже хорошо. На этом, товарищи, все. О, видели? Видели? Это огнемет. Видите? Фитилька какая. Интересная. Зачем ему огнемет? Видите, что творит? Не,
Два мохры, мохры. Огнемет, огнеметище. Да. А ушки зачем здесь вот такие вот? Непонятно, зачем ушки. Ушки на макушке. Цепляют краном и поднимают во время ремонта. Неизвестно. Но огнемет хороший. Всем привет! До новых встреч в эфире на канале Ганиву. Ганиву.